Смертельное ДТП в Октябрьском районе. Сегодня утром на 169-м километре автодороги Югра 40-летний водитель внедорожника врезался в фуру с полуприцепом, стоявший на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний пассажир внедорожника погиб на месте, а его водитель госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Добавлю, накануне в Нижневартовске также произошло серьезное ДТП. Без жертв, но с пострадавшими. Сразу 4 автомобиля столкнулись на улице Интернациональной. Пострадали 2 человека. 37-летняя автоледи за рулем Kia выполняла разворот и столкнулась с автомобилем Nissan, идущим по встречной полосе. От удара легковушку развернула, и она задела Opel. Nissan, в свою очередь, потерял управление, выехал на встречку, где врезался в рейсовый автобус. В результате ДТП водитель Nissan и его 33-летняя пассажирка получили травмы. Всего за минувшие выходные на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. 10 югорчан попались госавтоинспекторам с признаками опьянения, 63 выехали на полосу встречного движения, еще 30 пренебрегли правилами перевозки детей.